Традиционные рабочие поездки по территории муниципального образования как неотъемлемые будни руководства Березовского района. В 2017 году в представительную делегацию вошли глава Березовского района Владимир Фомин, председатель районной думы Владислав Новицкий, начальник ОМВД России по Березовскому району Рафаэль Курамшин, заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации и иные официальные лица. Преодолеть предстояло около 1500 километров. На пути следования 7 населенных пунктов, от крупных поселков до маленьких деревушек. Основной составляющей цели поездки стали встречи с жителями, чтобы на месте узнать настроение населения, обозначить первоочередные проблемы, волнующие людей, пути их решения и наглядно представлять себе картину социально-экономического развития Березовского района на местах. Все наши встречи мы строили из перспективы короткий отчет год 16 и текущие, так скажем, перспективы по году 17. Сами перед собой ставили задачи, выясняли, каждый работал по направлению, объезжали объекты. Считаю, что это абсолютно правильно. Люди видят абсолютно реальные результаты, начиная там, не знаю, от строительства тротуаров, корректировки дорог в летний период, заканчивая строительством жилья в малых населенных пунктах. Первой остановкой стало село Сосево. Напомним, что в 2016-м здесь был открыт детский сад «Брусничка». Как пояснила его заведующая Светлана Кустышева, более чем за год эксплуатации дошкольного учреждения особых нареканий к зданию не было. Здесь оборудованы просторные игровые комнаты, спальни, музыкальный зал, специализированные кабинеты для методиста и педагога дополнительного образования. А на его территории яркие игровые площадки. В детском саду функционируют современный пищеблок и прачечная, а заботятся о здоровье ребятишек в новом специальном оборудованном медицинском кабинете. Особенностью этого детсада является то, что он специализируется на обучении малышей мансийской культуре. Кроме этого, является участником регионального проекта «Языковое гнездо». На сегодняшний день дошкольное учреждение посещает 57 ребятишек, которые распределены по 3 возрастным группам. А к сентябрю их будет уже 70. Здание прекрасное, горячо-холодная вода. В общем, у нас полностью благоустроенное. Таких вот серьезных проблем нам всегда, как бы, администрация района, если мы обращаемся, они помогают, оказывают помощь. Мы, в принципе, всех нуждающихся детей стараемся брать. У нас есть очередь от 0 до 3 лет, но родители получают пособие. И вот в том году у нас 6 написали заявление, перенесли свою очередность там по каким-то семейным проблемам. Но такой вот, чтобы мы не могли взять ребенка, допустим, с 3 до 7 лет, у нас нет таких в очереди. То есть мы полностью закрываем с 3 до 7 лет, мы всех детей принимаем. Мы идем на встречу, если, например, многодетная семья или оба родителя работают. Мы же тоже рассматриваем варианты очередности, но как-то идем на встречу родителям, которым необходимо сдать ребенка в детский сад. Вот у нас учителей много, которые, допустим, оба работают. Со слов сельчан, по-прежнему в Сосеве актуальным остается строительство дорог. Сейчас намечены пути решения этого вопроса с участием управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района с привлечением окружных средств через реализацию соответствующих программ. Здесь же, в Сосеве, близится к завершению еще один долгострой – интернат. Интернат у нас в этом году в августе планируется сдать в эксплуатацию. Вот, это очень крупный объект для нашего поселка. Строился он в течение 10 лет. То есть такой долгострой, когда и планировался на 100 мест. Вот, в настоящее время у нас потребности такой нет. Вот, детей у нас в интернате на сегодняшний день 23 человека. Поэтому я думаю, что когда объект сдадут в эксплуатацию, и мы, конечно, надеемся на это, что часть, одно крыло, передадут под размещение там участковой больницы нашей. В настоящее время там идут отделочные работы, вот, очень активно идут. Я думаю, что они в срок сдадут все в эксплуатацию. Руководство района и территории нацелено на спортивную, культурную, образовательную, духовную и иные значимые сферы деятельности. Не случайно члены делегации посетили одним из первых строящихся храм. У жителей села Сосево в скором времени появится своя первая православная святыня – храм в честь святого Николая Чудотворца. Инициатива его строительства принадлежит предпринимателям
предпринимателю и депутату Думы Березовского района Александру Голошубину, а также сельчанам. Безусловно, жителям будет чем гордиться. Ведь только с архитектурной точки зрения новое здание можно назвать уникальным. В окончательном варианте храм предстанет как величественный пятикупольный многоуровневый комплекс. Жители у нас активные очень. Вот любую проблему, любую задачу какую-то поставленную перед нами, или любое какое-то мероприятие, или какие-то нововведения в поселке, мы решаем сообща. То есть сначала руководители, вот обязательно общественники, обсуждаем совместно, потом они выносят это в коллективы. Не обошли вниманием и Сосвинский музей под открытым небом, расположенный в условиях естественного леса. Парк-музей совет старейшин назвал Найотырма, что в переводе с мансийского языка означает «земля предков, прадедов, прародителей», то есть родина. В основе коллекции экспонаты школьного этнографического музея, действующего с 1978 года и по сегодняшний день на общественных началах. Музей включает комплекс традиционных построек, зимнее и летнее стойбище, рыболовный стан. В постоянной экспозиции, развернутой в четырех залах, представлены одежда, средства передвижения, домашняя утварь манси, а также личные вещи земляков, участников Великой Отечественной войны. Музей под открытым небом стремится к воспроизведению традиционного образа жизни манси, сохранению и передаче культуры предков будущим поколениям. Мы проводим эти мастер-классы по разделке рыбы летом. Вот иногда приглашаем учеников, показываем им сами, потому что мы сами умеем разделывать эту рыбу на хор и йокул. И вот подсушивать нам бы еще где-то условия, ну, чтобы гостей угощать именно вот такой сушеной рыбой. А так мы варим традиционную рыбу из малосольной щуки. Встреча с активом поселения как один из пунктов повестки дня. Именно на них обсуждались задачи, а также пути их решения дальнейшего социально-экономического развития. Проведя встречу и рассказав о текущем моменте в районе, и в частности о формировании в столь непростой для муниципального образования округа и страны в целом экономической ситуации, Владимир Фомин заверил присутствующих, что основные статьи, а это прежде всего заработная плата бюджетных учреждений, социальные выплаты, будут исполнены полностью. У нас на 100% обеспечены все расходы наших бюджетных учреждений. И по линии образования, и по линии спорта, дополнительного образования, то есть все коммунальные расходы, питание, льготные проезды. То есть нет вопросов, да, в этой части. Вот. По заработной плате. Заработная плата 100% обеспечена до конца текущего года, 17-го. В заключение уже в местном клубе Владимир Фомин вручил ряду жителей Сосьвы нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма. Следует отметить, что каждая поездка руководства района по его территории не обходится без встреч с населением. А это не только отчет о проделанной работе и планах на перспективу, но и прямой диалог в режиме вопрос-ответ. Примером стала деревня Кимкисуй. В частности, для многих жителей актуальной остается проблема очистки улиц от снега. По этому вопросу хоть и достигнуто соглашение с подрядчиком, обслуживающим зимники, а именно, что техника будет задействована и на расчистке дорог непосредственно в населенных пунктах, но тем не менее связаться с старостой с исполнителем как таковым по телефону для корректировки действий пока не получается. В Кимкисуе нет сотовой связи. Сейчас идут переговоры с оператором об установке в населенном пункте специальной вышки. Приезжали прошлый год, мотив приезжал, обещали, отвели уже земельный участок, все. Спрашивал представителей, что может губернатору от населения напишем письмо. Они ответили нам, что сотрудничать с Комаровой, губернатором нашим, и планировали на нынешний год. Ну, выходит, что опять отложат. Ну, да, электролинии надо менять. Электролинии обещают тоже в феврале сейчас заехать сделать. Подрядчики приезжали, смету все сделали. Этот вопрос решится. Вопрос решается. Вот даже вот начинаем на отсыпку дороги этот вопрос решили, детскую площадку. Такие вопросы, что районная администрация может делать, то делается.
Также в Кимкисуе остро стоит проблема медицинского обслуживания. По словам местных жителей, в прошлом году бригада медиков до деревни так и не доехала, а необходимость в этом была. Одним из вариантов может быть организованный вывоз нуждающихся в обследовании жителей в Сосьву, когда там будет работать бригада специалистов-медиков. Практически на всех встречах с населением была обозначена проблема, которая волнует сегодня многих. Актуальная проблема для наших вот этих отдаленных территорий осталась это работа Сбербанка. Вот в каждом населенном пункте мы слышали этот вопрос. И Владимир Иванович вот уже сейчас ведет переговор о том, чтобы состоялось совещание с руководством этого филиала Сбербанка. Вот. И надеемся, что, конечно, нужно оставить Сбербанк в наших поселениях, вот, но для того, чтобы они работали, должны быть и условия, конечно, созданы, должны быть помещения, специалисты, работники, которые, в общем-то, имеются в этих населенных пунктах и готовы продолжить свою работу. Но вот еще раз говорю, что я думаю, что этот вопрос решится в ближайшее время. Далее деревня Ломбовож. Круг вопросов, интересующих селян, начинался от своевременной доставки пенсии, качества питьевой воды и приема телесигнала. Вопрос транспортной доступности перекликается со многими проблемами, которые волнуют жителей. Как отметил на встрече с населением заместитель главы Березовского района Спартак Антоненков, в зимний период загруженность автобусных маршрутов составляет чуть более 50%, поэтому дополнительные рейсы вводить нецелесообразно. Однако с началом навигации по маршруту Сосьва-Саранпауль будет ходить судно типа речной трамвайчик. В прошлом году рейсы, причем нерегулярные, совершало неприспособленное для перевозки пассажиров судно, что было крайне неудобно для местных жителей. Вопросы традиционные – это в первую очередь транспорт, связь, наличие сотовой связи, наличие интернета. По структурам ЖКХ это, как правило, у нас проблемы, связанные с нюансами в отопительных системах, потому что не всегда есть специалисты должного уровня на местах. Все открывается, когда видишь своими глазами, и эффект прямого общения с людьми, он, конечно, незаменим. Невозможно, сидя в Березово в своем кабинете, понять всю глубину вопроса, когда приходит простая бумага, простым письмом. Одни и те же проблемы бывают очень острые и носят социальный характер в одном населенном пункте, а в другом населенном пункте те же самые проблемы, они более сглажены и уже не имеют такого первоочередного характера, как в предыдущем эпизоде. Следующая остановка – национальный поселок Саранпауль с населением более 4000 человек. История Саранпауля тесно связана с развитием оленеводства, и до сих пор здесь бережно хранят традиции. Саранпаульская оленеводческая компания занимается разведением северных оленей. Для выпуска на пастбищах работает 4 бригады, а на сегодняшний день поголовье составляет 12 тысяч особей. Директор компании Анатолий Валеев в подобных встречах видит только положительные стороны. Любое общение, оно, как бы сказать, полезно, потому что когда вот эти дискуссии, диалоги там где-то, всегда там где-то находится, как сказать, истина. В любых диалогах и дискуссиях находится истина. То есть где-то мы, то есть я, допустим, могу не знать, да, приехали люди со стороны, то есть свежий взгляд, он всегда... им проще в этом отношении. То есть где-то могут подсказать, где-то посоветовать. То есть, и сами общения, допустим, если, допустим, с ним за столом здесь пообщался, другой раз позвонил по телефону человеку, уже проще с ним общаться, чем просто по телефонным знакомствам. Во вступительном слове на встрече с жителями Владимир Фомин отметил, что в целом сельское поселение Саранпауль – положительно развивающаяся территория муниципального образования. К примеру, в 2016 году здесь сдано в эксплуатацию 3700 квадратных метров жилья. В этом году жилищное строительство будет продолжено. И все же проблем хватает. Впрочем, большинство из них планируется решить уже в ближайшее время. Так, во время встречи с населением был обозначен вопрос отлова бродячих собак. Момент характерный практически для всех поселений района. По данной программе для поселения в этом году выделено порядка 400 тысяч рублей. Сейчас проходит конкурс, по итогам которого будет определен исполнитель. Сельское поселение Саранпауль, оно по площади самое большое поселение в Березовском районе. Это 10 населенных пунктов, это 200 километров между крайними населенными пунктами. Вот. И вот такие поездки, как
вот это прошедшее, они действительно позволяют напрямую встретиться с каждым жителем, пообщаться, узнать, какие есть проблемы, что беспокоит население, и что мы оперативно можем порешать на месте, что-то объяснить, куда-то обратиться человеку. С собой всегда у нас материалы информационные, то есть вот эти поездки, в первую очередь, полезны именно для населения, ну и для нас, чтобы мы знали, какие есть вопросы и что необходимо нам решать, над чем работать в первую очередь. Интересуются ранпаульцев и вопрос с медицинским обслуживанием, а также лекарственным обеспечением. И в этой части есть хорошие новости. По программе «Сельский доктор» в ближайшее время должны приехать хирург и терапевт. Что касается лекарственного обеспечения, то, по словам заместителя главы Березовского района Ирины Чечеткиной, в ближайшей перспективе в Саранпауле специалисты Сургутской аптечной базы будут осуществлять как розничную продажу, так и льготное обеспечение лекарствами. Что касается строительства в поселке, то, со слов заместителя начальника управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района Олега Бачина, возведение детского сада в Саранпауле обязательно будет продолжено. После расторжения договора с предыдущим подрядчиком, соответственно, объявлен новый конкурс. Ранее запланированные сроки сдачи объекта, конец 2017 года, скорее всего, соблюдены не будут из-за значительного объема оставшихся работ. Вот этот долгострой, который у нас находится на этой территории, строительство детского сада, оно и нас волнует, и жителей поселка, потому что в двух поселках на сегодня представлена только очередность. Это Березовская территория и село Саранпауль. Поэтому, вот, допустим, задача наша, номер один, это, конечно же, сейчас закончить все эти судебные разбирательства, чтобы пришел туда новый подрядчик, который в усиленном, наверное, ритме продолжит эту работу, и наконец-то у нас этот долгострой закончится, и дети пойдут в новое красивое учреждение. Также существует проект строительства и реконструкции сетей тепловодоснабжения, в частности, по улице Мира. Начало в 2017-м. В перспективе реализация строительства дорог с твердым покрытием по улицам Ятринская и Семяшкина. Это тоже для них очень актуально. Стоит там асфальтовый завод. И надеемся, что в этом году предусмотрены средства на дорожную деятельность. Думаю, что и в этом году километры новых дорог появятся в этом населенном пункте. Люди открыты, люди хотят общаться, люди хотят встречаться. Если говоришь, что, может быть, и вам не нужны такие встречи, где, допустим, идет отчет главы администрации района о своей деятельности, нет. Люди принимают это, наоборот, с позитивом, хотят, чтобы приезжали. Как было отмечено уже по приезду в Березово, вот такие открытые встречи между представителями власти, правоохранительных органов, общественных организаций с жителями дают возможность вести открытый диалог о тех проблемах, которые есть, и искать пути их решения. Люди абсолютно реально на встречах обсуждают с властью свои ожидания. Сами люди, не то что даже депутатский корпус поселения, либо главы, актив поселения, а вот именно жители, они обсуждают абсолютно реальные вопросы, те, которые необходимо решить в ближайшем, так скажем, обозримом будущем. Помимо обозначенных проблем, также на встречах говорили и о предоставлении качественной сотовой связи и интернета. По итогам поездки были сделаны соответствующие выводы, которые позволят принять решения, способствующие наиболее эффективному развитию Березовского района в целом. Следующими пунктами посещения стали населенные пункты, как Приполярный, Никсимволь и Хулимсунд.